Я бы в законодатели пошел, пусть меня научат. Школьники и студенты Автозаводского района побывали на экскурсии в законодательном собрании. Участники школы молодого лидера познакомились с текущей работой учреждения, с его структурой, подразделениями, системой голосования, а также с историей представительных органов государственной власти Нижегородской области. Заместитель председателя регионального парламента Евгений Морозов встретился со школьниками. Мне очень приятно с вами сегодня встретиться. Я вижу, что здесь у нас уже не первый год есть участники этой замечательной школы, да? Уже в прошлом году здесь был кто-то? И в позапрошлом, да. К слову, такие встречи стали традиционными. В этом году школе молодого лидера исполняется 9 лет. Законодатели всегда готовы поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Ребята очень живо интересуются тем, что мы здесь рассматриваем и какие законы принимаем. Безусловно, поскольку школа молодого лидера называется, видно, что ребята уже имеют определенные лидерские качества. И, безусловно, вопросы, которые их сегодня интересуют, они не стесняются, задают. В проекте принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Это старшеклассники и студенты первых курсов ПТУ. Многие из них мечтают о работе в региональном парламенте, хотят стать депутатами, чтобы сделать жизнь нижегородцев лучше. Присматриваюсь к будущему месту работы. Я, как и любой молодой человек, хочу изменить этот мир к лучшему. В частности, Автозаводский район, Нижний Новгород, а может быть и всю Россию. Я вот лично вот сегодня Евгению Ивановичу предложил идею, чтобы у нас в школах преподавали медицину хотя бы час в день. Нас не заставляли бы учить формулу, например, аскорбиновой кислоты, но зато нас бы научили, как ей пользоваться, какие заболевания вылечить и чем полезно вот этот витамин С. Кстати, ребята заявили, что 2 недели работы школы молодого лидера – это слишком мало. Они выдвинули предложение увеличить работу проекта хотя бы на 7 дней. Возможно, руководители с этим согласятся.